Артём Артемьев – российский актер театра и кино, прославившийся ролями в сериалах. Первой супругой артиста стала девушка по имени Юлия, которая родила ему дочку Николь. Это радостное событие как раз совпало с успехом Артемьева, ему предложили роль в популярном сериале «Татьянин день». Однако, это не остановило пару от развода. Вторую жену актера зовут Валентина Филатова. Пара воспитывает 4 сыновей, но несмотря на это официально брак, они так и не заключили. После удачных ролей артист пропал с экранов телевизоров и увлекся музыкой. Сейчас Артём сильно похудел и изменился, это связано с отравлением, из-за которого он на протяжении 6 лет был прикован к постели. Но на данный момент, к счастью, Артём восстанавливается и идет на поправку.